Учебник английского языка 7 класс Афанасьева Михеева. Упражнение 70 на странице у меня 59. Это юнит 2. Вот как раз мы на практике сейчас увидим, как работают английские идиомы. Но, боюсь, вы из них практически ничего и не встречали. Поэтому давайте я сразу вам буду отмечать правильные ответы и будем разбирать, как их перевести и какие аналоги вот именно у нас есть в русском языке, если они есть. То есть не всегда они совпадают. Первое. A fat cat. Ну, дословно вы понимаете, что это жирный кот. Кстати, не знаю, может, картинки надо еще подбирать. Ну, думаю, тут видно, да, вот этот, наверное, рыжий. Итак, что означает a fat cat, если это говорится об английской идиоме? Это вариант... Так, минуточку, я буду тогда вам отмечать. Понятно. Я попытаюсь вам поотмечать. Это вот это G. Somebody rich and powerful. Кто-то богатый и могущественный. То есть о ком речь? Если в русском языке мы говорим a fat cat, это примерно аналог... например, он в этой фирме большая шишка. Ну, то есть тот человек, который имеет власть, и он обычно богатый человек. То есть о таком и говорят большая шишка. Или, по-моему, есть вариант толстосум. Может быть, он там у нас уже практически не используется. Я понимаю, многие вы, конечно, и не слышали такие идиомы. Если услышите, то вот что-то подобное. Это английский a fat cat. Затем второе. To let... The cat out of the bag. То есть, если дословно, выпустить кота из мешка. Что же это такое в виде идиомы, что это означает? Так, сейчас найду, секундочку. Это означает... Ага, вот. To tell people a secret. То есть, рассказать людям секрет. Это означает выпустить кота из мешка. То есть, в нашем варианте... В русском, проболтаться, да, как или... Да даже, по-моему, у нас тоже говорят выпустить кота из мешка, что-то подобное. То есть второе H – это рассказать кому-то секрет. Третье. Like cat and dog. Это я уж, думаю, вы догадались. Как кошка с собакой. То есть что это значит? Это значит... А вот оно, F. Fighting badly. То есть очень сильно драться. Так, вот у нас, да, эта картинка как раз... и символизирует эту идиому. То есть в русском то же самое, да, они живут как кошка с собакой, то есть постоянно ссорятся. Это F. Четвертый. Like a cat on hot bricks. Или on a hot tin roof. Как кот на горячих или раскаленных кирпичах. Или другой его вариант, как кот на жаркой железной крыше. Что же это означает? Так, это значит, понятное дело, кот на крыше будет себя чувствовать не очень комфортно, да, то есть он будет, в общем, нервничать. Что же это значит? А это значит... Так, сейчас найдем... А, кстати, они как-то по порядку идут. In a nervous or excited way. То есть это и говорит о том, что это как-то нервно или как-то возбужденно вот таким быть, то есть дерганым, в общем, дословно. В нашем варианте, в русском, сейчас секундочку запишем, что же это значит? Это примерно как... А, нет, у нас есть такой вариант. Быть как на иголках, может быть, слышали? Не в своей тарелке, то же самое. То есть человек сидит и как-то вот он, не знаю, дергается, что-то там нервничает. Вот и мы и говорим, что что ж ты не в своей тарелке, да, или сидишь как на иголках. Это вот вариант английской вот этой вот идиомы насчет кошки и... крыши или кирпичей. Номер 5. Like the cat that got the cream. Как кот, который, дословно, получил сливки. Можно, не знаю, как сметану перевести. Как кот, который получил сметану, можно сказать и так. Что это означает? У англичан. А это означает... Так, сейчас... А, вот он и есть. Very pleased about something. То есть очень довольный по поводу чего-то. Эта картинка символизирует наш вариант. Да у нас нет какой-то такой идиомы особенной. То есть мы так и говорим, что человек доволен... доволен как слон. Вот у нас, наверное, вот это наиболее подходящее. Да или просто очень доволен, да, можно сказать. Он очень... доволен как слон, да, мне кажется, вот это наиболее подходящее. Шестерка. Так, шестерка. Put the cat among the pigeons. Дословно.
Запустить кота к голубям. Итак, что это значит? Это значит to do something that makes people angry. Так, стоп, они у меня чего-то очень схожи. Нет, я вам здесь... Упс. А, все нормально. Так, сейчас поменяем просто цвет. To put the cat among the pigeons означает делать что-то, что делает людей рассерженными. То есть сердить их, да? То есть чем таким заниматься, что их выводит из себя. Наш вариант. Да вроде бы у нас как такового и нет. То есть, возможно, это, ну не знаю, причинить какие-то неприятности людям или наделать шуму, ну вот как вот что-то подобное. То есть у нас, опять же, как такового аналога нет. Поэтому шестерка бин. Главное, чтобы вы понимали, что это означает у англичан. Семерка. While the cat is away, the mice will play. Дословно, пока кот в отлучке, скажем так, отсутствует, мышки будут играть. А вот это у нас есть наш вариант, схож с этим. И означает он так. Так, сейчас вспомню. Кот из дома, мышки в пляс. Ну вот, я такое лично встречала. То есть раньше его частенько использовали, сейчас уж не знаю, что это означает у англичан. Когда их босс отсутствует, люди часто ведут себя плохо. Да, то есть сразу, ну, в общем, в вашем варианте, это когда учитель ушел, то вы начинаете, ну, в общем, play. Это как раз этот случай. Так, значит, мы здесь ставим D. И главное, чтобы вы понимали, что когда начальника нет, мы начинаем сходить с ума. Вот это идиома. И последняя восьмерка. Ну, я думаю, тут все понятно. Восьмерка соответствует C. Сразу запишем. И что это означает? Has the cat got your tongue? Дословно, кот захватил твой язык, ну это если прям дословно, или забрал твой язык. Что это означает? Lost your tongue, потерял язык. Ну в нашем варианте это значит, ты что, язык проглотил? Ну я думаю, тоже слышали такую поговорку, идиому. Вот это она и есть. У англичан она просто используется с котом. Has the cat got your tongue? То есть вот наши ответы. Как мы соединили идиомы с их значениями. Вот это были значения. Восьмерка си я уже не стала, напомню, выделять. Ну, вам главное, чтобы вы хотя бы примерно представляли, о чем речь. Потому что потом, допустим, в тексте увидите или кто-то вам что-то скажет с этой идиомой, чтобы вы не воспринимали ее буквально. Что кто-то там какой-то кот украл действительно язык у какого-то человека. Да? То есть тут надо понимать, что это иносказательно нужно переводить их. И знать именно их настоящее значение таких идиом.